Хай Каспаров – артист, которого очень любит армянский зритель, особенно женская половина. Сона – уже маститая певица, давно занявшая свое место на музыкальном олимпе. В этот вечер поклонники творчества этих исполнителей смогли вдоволь насладиться их выступлениями. Желающих было хоть отбавляй. А до начала концерта мы успели поговорить с Айком, который поделился с нами своими творческими планами. Уже есть новые песни. Также планирую записать несколько треков на русском и английском языках. Посмотрим, дай бог все сложится удачно, и я смогу остаться в Москве подольше. Всем привет, я Айк Каспаров. Смотрите TVArm.ru. Стремительно покинув нас, Айк направился к зрителям, которые с нетерпением ждали начала мероприятия. Певец исполнил не только зажигательные композиции, под которые все активно танцевали, но также и лирические песни. Признаюсь, я увидел его в первый раз, при том, что я сам пою. Я завсегдатай этого караоке. И мне нравится, меня приятно поразила наша армянская молодежь. Ну вот «Одноклассники», песня у него прикольная. На дискотеках, когда звучит, на наших вечеринках все танцуют, веселятся. Думаю, в будущем мы что-нибудь придумаем интересное. А пока что я занят записью своего сольного альбома. Вот. Все, готовим к выходу его, но пока что откладывается. Привет, меня зовут Самуэль, смотрите TVArm.ru. Вслед за Айком на сцену вышла Сона, которую зрители встретили бурными аплодисментами. Но с первого раза начать выступление не получилось. Техника просто не выдержала такого накала страстей. Эля! Так часто бывает, энергетика! Со второй попытки Сона зажгла так, что на месте никто не смог усидеть. Мы любим этих певцов, нам интересно их творчество, и на самом деле на этих певцов идут люди и хотят слышать. Я, конечно, сторонник более старого, более первичного поколения армянских, да и не только армянских исполнителей. А непосредственно по Соне она блестящая, она хорошо заводит публику. Суть видно, что это молодое поколение. У молодого поколения свои плюсы. Певица прямо со сцены дала ценные наставления и советы, а также пожелала удачи Айку Каспарову. Это очень тяжелый путь в Москве. Забудь то, что было в Ереване, в плане работы, я имею. Здесь все по-другому. Я тебе желаю, чтобы ты не сдавался, несмотря ни на что. Отношусь я хорошо, потому как и нахожусь у него на вечере. И желаю ему всех благ, творческого прогресса, как музыканта, как человек, который сделал все-таки шаг, не побоявшись, приехать в столицу, в мегаполис, как город Москва. Назарим Меликситян, Артур Торосян, TVArm.ru.